Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии облачная с прояснениями погода. Ночью и днем ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 18. Температура воздуха ночью плюс 2-3 градуса, днем 3-8 выше нуля. В горах ночью местами 3-8 со знаком минус, днем минус 2 плюс 3. На дорогах ночью и утром местами гололедица. В Черкесске временами дождь, ночью со снегом. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15. Ночью 0-2, днем потеплеет до 8 градусов. Сегодня премьера в Русском драматическом театре Республики. На суд зрителей будет представлен спектакль по мотивам пьесы испанского драматурга Хасинта Грау «Куклы Пигмалиона». Постановку любители театра смогут посмотреть сегодня в 18:30, а также 27 марта. Кто выступает режиссером спектакля и в чем суть произведения, узнавала наша съемочная группа. Алла Качиева побывала на репетиции. Афиши вывешены, репетиционный процесс в самом разгаре. Все должно быть четко отработано от актерской игры до работы постановочных цехов. Декорации готовы, костюмы тоже. Актеры многократно исполняют роли по отдельным сценам. За всем происходящим внимательно следит режиссер. Алексея Шумилина пригласили из Москвы. Впервые в Карачаево-Черкесии. Прекрасный город, замечательные, доброжелательные люди. Работается очень хорошо, коллектив замечательный. Спасибо директору, художественному руководителю Хасану Якубовичу Биджиеву за то, что пригласил, дал возможность поработать. Дело в том, что главой нашей республики учрежден грант театральный ежегодный. Вот мы третий раз, русский театр, мы выиграли этот грант. И, соответственно, конечно, хотелось бы взять хорошую классическую вещь и остановились на пьесе испанского драматурга Хасинто Грей. В спектакле «Куклы Пигмалиона» задействованы практически все актеры Русского драматического театра. Они подкупают своим горением, желанием работать и азартом, подмечает режиссер. О чем же постановка? Что ждет зрителя? Спектакль о таком понятии, как свобода. Где граница свободы? Имеем ли мы право и возможность жить вне своего создателя? То есть вот куклы, они оживают только за счет фантазии своего создателя. Ну и дальше мысль развивается и на нас, и на божественный мир. И вот эта вот связь, вот про это. Где границы свободы? Где границы свободы, узнает и молодежь республики. Хасан Биджиев рассказывает, что театр активно сотрудничает с вузами республики. Ректоры постоянно оказывают поддержку, понимая, что сегодня очень важно привить молодежи любовь к культуре, творчеству и к драматическому искусству. И 27 марта, в Международный день театра, основными зрителями спектакля «Куклы Пигмалиона» станут студенты СКГТА. Хочется, чтобы у нас в Черкесске была публика своя, было какое-то определенное количество театралов. Не по обязаловке, а по желанию, чтобы они проходили. И потихонечку мы это осваиваем. Не до конца, конечно, но очень надеемся, что скоро будет, в общем, наш зритель. Тем более, что мы уже об этом говорили. И в прошлом году, в сентябре, мы поехали на фестиваль в Москву. Из более чем 100 театров заявленных выбрали только 7, и мы попали в число 7 вот этих театров. То есть мы чего-то делаем. Нам не стыдно показать то, что мы делаем. И очень хочется, чтобы это было востребовано. Нам тоже нужны зрители. Можно даже после спектакля открывать какие-то зрительские какие-то конференции. То есть пообсуждать спектакль. Нам очень важно это. И будем, наверное, работать над этим дальше. Так что приглашаем вас и 23, и 27 марта к нам в театр. Ждем вас. Алла Качиева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Следующий информационный выпуск с ведущим Ашимезом Пхешевым смотрите в 11:45. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире.